Ладно, какой план сегодня? У тебя ничего не получится. Короче, ладно, из-за кадра вещаю. Сегодня 4 января, приехал Гриша. Сейчас будем обмеривать мой вот этот блок в зале, где делаю на столе. И параллельно Гриша покажет технику выполнения упражнений. И все, в принципе, вот такой вот красавчик зеленый. Убери ствол. Вот такая. На третью, короче, высоту крепим. Гриша делает блок с лямкой. Даже ниже, да? Вот, даже ниже. А я делал прям с верхотуры. Сейчас, погоди. Так, 13.75 показывает блок. Я сейчас на короновых часах проверим. Гриш, как любой профессиональный армрестлер, не то что завязку вязать не умеет, ничего. Даже просто. Даже узел завязать. Удивительно, что у него шнурки завязаны, а не на липучках. Борис. 13.75. Да, 15. А здесь. 15-14-8. Короче, ну, примерно совпадают веса на блоке. И... Да нет, я все еще легко делаю 15. Короче, пробуем выставить стол так, чтобы мне не приходилось, потому что он у меня постоянно ездит, когда я делаю. А если его поставить впритык, конечно, будет чуть удобнее. Я об этом не думал, что так можно сделать. Гриша говорит, можно, типа пофигу. Опа.
вот и 33 написано. 75 в реале. 29,4 пишет. Ну, левый гириш как, потяжелей? Или ну, она у тебя тяжелее. Такая же сейчас, как правая? Нет, чуть-чуть послабее. Послабее? Нет. Я делаю? Так, ну. Пока Гриша шатает блок. Уверенно. У меня левый все уже отъехало. Давно там где-то на половинке. Гриша продолжает ушатывать мой блок. Мой в зале. Фу. Я, может, на левый на 8 сделал. Вот такие вот перчатки. Вот такие вот. С ним что-то не так. Нет, какая-то фигня. Не стал концом цепили. Не на ту сторону? Так, в общем, вот максимальный вес, который взяли. И здесь. Тих. Получается 43,6. Ну, короче, этот блок идет, грубо говоря, один к одному. Здесь 43,75 написано. Yeah.
давай, что мы сейчас делаем? Еще один блок. Каким образом? Борисов покажет, обязательно. Короче, вот так ставим блок. Ой, стол по отношению к блоку напрямую ставим. Уже вес поменьше делаем. Как там это, по-моему, Гриш, называют? Хлича там, что-то такое. Не нужны эти умные названия. Не нужны? Делай как. В принципе, похер, как называется, просто да, вот да, так да. Вот делаем. Плечо, да. Вспомнили, как называется упражнение. Ротация плеча. И вот делаем ротацию плеча после бокового давления. Но как Гриш сказал, что боковое давление это тоже ротация плеча. Так что. Ну, один компонент.
Надо было, может, одним блином повесить. Что-то бы изменилось бы от этого. Ничего бы не изменилось. 27,5. Я бы не читал. Но уже чуть потекло. Но оно уже не потекло, оно сильно потекло.
чего ты делал? Надеюсь, мне не сведет чуть. Thank you.